очень сложный матч сегодня был. Очень тяжелый противник, поэтому Краснодар – отличная команда. Хорошие игроки, индивидуальное качество. У них хорош, и сегодня, так думаю, что самое главное было, чтобы хорош оборонялся. И мы знали, что там будет у нас хорошие моменты. Так и было, так и случился сегодня. Ждали наш момент и забили там два матча, да. Но там победа всем команды. Спасибо болельщикам за поддержку сегодня. И это 3 очка очень важно, потому что там и Зенит выиграл, и Спартак тоже. Мы все рядом. Но сейчас у нас 2 недели, чтобы хорошо работали, занимался, отдыхали тоже. И там будет следующий матч Рубин дома. И потом посмотрим, что шаг по шагу. Но очень важно сегодня 3 очка с очень тяжелым противником.